Эх, хорошо. Ну что, пошли со мной. Та-дам! Какой чудесный вид, какая чудесная природа. Вы меня уговорили, сегодня я расскажу про дочь и Тихомирова, так что слушайте видео и смотрите до конца. Ребята, сегодня отличная погода, природа, и я на природе тренируюсь, получаю массу удовольствия. Как видите, здесь очень хорошо, водичка, зелень. И я решил наконец-то выполнить просьбы моих подписчиков и прокомментировать предстоящий якобы бой дочи Тихомирова. Ну, что я могу сказать, и что мы знаем о дочери, и что мы знаем о Тихомирове? Начнем с первого. Это человек, который всегда пытался привлечь себе внимание, но так как сам Вадим Доча не умеет интересно рассказывать, сам он не интересен для публики, то внимание ему остается привлекать к себе, к своим пабликам, сайтам, как-то высмеивая известных людей. Вы знаете, что он пиарился за счет меня длительное время, там, Методика, Юги, то есть он пытался таким образом развлечь народ у себя в пабликах и опять-таки привлечь больше себе подписчиков, больше покупателей. Также он пытался вызвать на бой Бадюка, но, естественно, Сергей Бадюк не стал бы никогда проводить бой с дочерью, это был чистый развод, уровень одного, уровень другого. Не стал бы даже комментировать и обсуждать, ну, в общем-то, и не стал Сергей Бадюк на это вестись. Кстати, он недавно мне написал, что хотел бы снять совместное видео, так что сделаем, посмотрите. Кого еще? Александра Невского. Ну, а по большому счету, какой хороший способ пропиариться? Провести бой с известным человеком. Ну, так как никто бой проводить с дочерью не будет, то с кем ему его провести, собственно, оставалось. С чего начинал Тихомиров? С того же самого. Он пытался взять интервью любым способом, на любом известном канале сделать видео с кем угодно. Он сразу приехал в Москву, сделал видео со мной, с одним каналом, со вторым, с третьим, с людьми, которые его не знали. Он просто хотел таким образом стать хоть немного известным. Что же мы имеем? Получается, один стоит другого. Никто не станет проводить бой с Тихомировым. Кстати, он мне тоже писал в личку и просил провести с ним бой, такое интересное писал: давай, типа, у нас будет драка где-нибудь на улице или на ринге, а потом сделаем вид, что ничего не было, мы помирились. То есть цель одна и та же — поймать пиар, поймать хайп, так называемый. Поэтому я не удивлюсь, если, несмотря на эти все контракты, 7 сентября или у дочи будет рука в гипсе, или у Тихомирова, что еще более вероятно, будет рука в гипсе. Но если этот бой все-таки произойдет, я хотя бы на 1% повышу свое мнение об этой сладкой парочке. Теперь прокомментировать, у кого лучше форма. Ну, как качок, безусловно, лучше форма у Тихомирова. Но когда я посмотрел случайно совершенно, в какой-то нарезке у Немагии, по-моему, как Тихомиров залез на забор во время проведения открытой тренировки с учениками, и не мог слезть полчаса с двухметрового забора, потому что ему было страшно, и он там завис. Когда я увидел, как тренируется Тихомиров, какие у него скованные движения, и когда я увидел, как тренируется дочь, он, видимо, занимался борьбой, Вадим, видимо, боролся, у него неплохая координация. Это, конечно, не говорит о том, что у него там высокие какие-то моральные качества, но если обсуждать физические качества Вадима, то он, как боец, должен однозначно выиграть. Я не поверю, что неуклюжий человек вообще без координации сможет бороться с человеком, которого даже мышечная масса чуть меньше. Но он тоже сильный, но более координированный. Поэтому я бы на Тихомирова не поставил. Ну что ж, ребята, такая моя оценка предстоящих событий. И посмотрим, оказался я прав или нет. А вы пишите под этим видео, что вы думаете о предстоящем бое. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно делитесь этим видео на своей страничке, если оно показалось вам интересным, если вы согласны с моим мнением. Пока, друзья! Если вы действительно хотите накачать себе классные кубики пресса и сделать это быстро и эффективно, мало просто просматривать теоретические видео в интернете. Нужна эффективная, жесткая,
продуманная программа тренировки пресса, программа упражнений, которые нужно выполнять с определенной частотой. Нужна пошаговая инструкция к тренировке пресса именно для вас. Чтобы получить такую программу, я предлагаю пройти по ссылке внизу или в описании к этому видео и получить мой видеокурс «Как накачать кубики пресса за 30 дней».